И начнем со срочной новости. По сообщениям информагентств, в Саратовской области в одном из кафе произошел взрыв газа. Вот первые кадры, снятые на месте ЧП. По данным МЧС России, 8 человек госпитализированы. Известно, что после взрыва в помещении начался пожар. Сейчас открытое горение уже удалось потушить. Мы будем следить за этой темой, а пока к другим новостям.